Румяный пластилиновый колобок и яркий бумажный дракон встречают жители Ленинского района в сквере Мичурина. На торжестве, посвященном Дню города, выставка детских поделок, мастер-класс по созданию игрушек из воздушных шаров, музыкальный концерт. У нас привыкают вот дети к таким праздникам. Видите, они сами принимают участие. Они стараются высказать свои слова, и стихотворения, и песни, и танцы принять. То, что это здорово. Это воспитывает наше младшее поколение быть действительно настоящими патриотами своего города, своего двора, своего дома. На районные праздники жители всегда приходят с удовольствием. Говорят, это отличный повод познакомиться поближе. Соседи друг друга могут увидеть, пообщаться, лишний раз поздороваться, лишний раз завяжется какой-то разговор, лишний раз они вместе подумают, как лучше, ну, какие-то улучшения для района в том числе сделать. Выскажут какие-то проблемы, какие-то вопросы, да просто подружатся. На концерте, посвященном 430-летию Самары, наградили сотрудников детского сада номер 79. Им вручили памятные медали Куйбышев, запасная столица. Алина Чемерис, Василий Колдашов. События.